Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube канала. Это видео показано будет о древних причудливых статуэтках. Я их насобирал огромное количество фотографий. Так собираю, когда уже там собирается, наверное, больше 50 или там еще больше. Я их потихоньку выкладываю в своих видео. Как, так называемые древние артефакты. И вот многие статуэтки, ну, как минимум, удивляют. Они будут из Южной Америки, там, из Центральной Америки, из Египта, из Древней Греции, там, и Шумера, и Акада, и прочих-прочих народов по всему миру. И могу сказать, что как минимум удивительно. И если хотя бы одна из всех этих статуэток или фигурок, или рисунок, из рисунков изображает реальное существо, которое реально существовало в древности, или прибыла сюда с других миров, то все наши книги по истории древней можно было, как говорится, смело переписывать и выкидывать их в мусорник. И заново переписывать всю древнюю историю, если бы хотя бы одна фигурка была настоящей. И я думаю, что у меня нет ни тени сомнения, что действительно, ну, даже не в том вопрос, настоящие или нет, они-то, в принципе, настоящие, а вопрос, изображали ли они настоящее существо, или это плод так называемый там imagination, там плод воображения древних людей. Я думаю, что они настоящие, я думаю, что они показывали настоящих существ, которых люди видели в древности и называли их древними богами. Причем боги были по всему миру, от Южной Америки, Центральной Америки, Северной Америки, через всю Европу, Африку, до Азии и до Японии, и даже до этих Тихоокеанских островов. И везде есть эти фигурки, везде есть, они показывают каких-то странных причудливых существ. Все остальное об этих фигурках вы увидите дальше в видео. Спасибо за ваш просмотр. Спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу.